Снова здравствуйте. Очередное видео из машины записываю. Теперь мы определяем победителя от компании Вали. Узнаем, кто же выиграл набор на сертификат на минеральную косметику на 1500 рублей. Обязательным условием участия было вступление в группу, поэтому мы будем проверять, вступил ли победитель в группу Вали. Итак, смотрим, сколько человек. Нажали, мне нравится. Значит, не нравится, нажали 2221 человек, определились, то есть являются участниками акции 2088. Все они расположились на 87 страницах. Сейчас мы будем определять номер страницы, на которой находится победитель. 87. Победитель находится на 82 странице. То есть это один из... Так, ну какой еще раз? 82. Один из тех, кто нажал в первую очередь. 82 страница. Здесь 24 человека. По 8 человек в строке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас мы определяем номер победителя. 1, 24. Номер 6. Победитель находится под номером 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сергей. Я надеюсь, Сергей не будет сам пользоваться косметикой, а подарит этот сертификат своей девушке. Так, смотрим, есть ли у него запись. Есть, запись есть, он участвует во всех наших акциях. 508 друзей, наличие фотографий, записей. Ну, очевидно, что страничка настоящая. Теперь нам надо убедиться, что он находится в группе. Смотрим. Так, оп. Так. Смотрим. Так, а вот это мне уже не нравится. У Сергея две странички. Если это разные страницы, то они вдруг сейчас сайты, то он будет у нас отстранен от участия. Да, у Сергея две странички, и Сергей, у меня для вас плохие новости. Вы отстраняетесь от участия. У нас нельзя участвовать с нескольких страничек. Можно участвовать только с одной. Поэтому мы определяем следующий номер победителя. Так, смотрим. Страничка. Номер 4. Так, это кто-то из тех, кто нажал совсем недавно. Страничка номер 4. Ой, что же это я делаю? Это мы же номер победителя определяем. Номер победителя. Поэтому возвращаемся обратно на 81-ю страничку. Так, или какая у нас была страничка? 81-я какая? 82-я. Так, и теперь на 82-й. Победитель под номером 4. Дарья. Окей. Дарья. Дарья участвует во всех наших акциях, как видимо. Так. Да, запись есть. Друзья есть, фотографии есть. Смотрим, есть ли Дарья в группе. Дарья есть в группе, и все. Дарья становится победителем нашей акции. И акции от компании Вали. И обладателем сертификата на 1500 рублей. С чем мы ее и поздравляем. Вывод, какой мы из этого можем сделать. Будьте честны в участии в конкурсе, потому что обман все равно раскроется. Спасибо за внимание. До свидания.